Книга «Открытым оком». Тема «Священство», том 2, вопрос 665. Родство с Авраамом доказывалось не именем и не происхождением, но подобием дел и помыслов. Так и апостольское преемство основано не на передаче церковной власти, а на преемственности духовной. Как вы относитесь к такой позиции по этому вопросу? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Послание к римлянам, 2 глава, с 25 по 29 стихи. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Относительно духовного родства это так, но оно не должно стоять вопреки четкого указания Христова, что Он основывает церковь, и в ней будут люди спасаться. В нашем противосектантском материале в разделе «О церкви и священстве» читайте об этом подробно. Где нет истинно рукоположенного священства по нисходящей линии преемственного от апостолов до наших дней, там нет церкви, а вне церкви нет спасения, как в океане вне корабля. Деяние 2.47. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Если спасение есть вне церкви, то зачем же их уже спасаемых прилагать к ней? Титу 1.5. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недокончено и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Деяние 1.23. Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали. Эти две цитаты очень четко говорят, что без рукоположенных апостолом пресвитеров дело не докончено, не полно, не достроено, несовершенно.